В Казахстане намерены создать комиссию по контролю за контрафактной продукцией. Об этом сегодня говорили в Национальной палате предпринимателей Атамекен. Такая мера необходима, чтобы уменьшить рост серого товарооборота продукции, который не соответствует требованиям безопасности и качества. По словам зампредседателя правления палаты Рахима Шакбаева, ввести интегрированный контроль планируется на границах с Россией и Кыргызстаном. Ведомство будет осуществлять контроль по 9 направлениям, в том числе учет и перемещение коммерческих товаров, соблюдение правил техрегламента, санэпиднадзор, ветеринарный, фитосанитарный, транспортный контроль и мониторинг ввоза и экспорта санкционной группы товаров. Законодательство Евразийского экономического союза позволяет это сделать. То есть есть принципиальные нормы, которые устанавливают, что формы контроля, как в сфере ветеринарии, технического регулирования, санитарно-эпидемиологической сфере, они отнесены к национальной компетенции, осуществляются в соответствии с национальным законодательством. Поэтому никаких препятствий для этого мы не видим. Мы за зеркалье. Мы не предлагаем добросовестных. Если казахстанские поставщики поставляют такую же некачественную продукцию, пусть Россельхознадзор, Росветтехнадзор также защищает своих потребителей. Это нормально. То есть мы за то, чтобы именно некачественная продукция не попадала на рынки и именно был потребитель защищен.